Представляем вашему вниманию бензиновую снегоуборочную машину Denzel SBM 610S Pro, отличающуюся большой шириной и высотой захвата 610 и 540 мм соответственно. Разборный шнек с агрессивным профилем ледорубов и редуктор шнека с длительным сроком службы. Двигатель Snow Series, защищенный от снега и грязи дополнительным пластиковым кожухом, обеспечивает запуск и стабильную работу при низкой температуре. Запуск гарантирован до минус 30 градусов. На панели управления находится ручка управления приводом, ручка включения шнека, которая обладает фиксацией, и управлять снегоуборщиком можно одной рукой до тех пор, пока вы не отпустили ручку привода. Также на панели управления расположен рычаг выбора передач и рычаг, который поможет вам выбрать угол наклона выброса. Угол поворота вы можете изменить с помощью рукоятки снизу. Также на панели управления расположены две клавиши. Одна отвечает за включение обогрева ручек, а другая включает головной свет. Снегоуборочная машина Denzel поставляется в разобранном виде. И перед началом работы с ней ее необходимо собрать и заправить маслом и топливом. В комплекте с основным изделием идет комплект крепежа, ключ зажигания, свечной ключ и руководство по эксплуатации. Сборка осуществляется очень просто и не требует специальных навыков. Установите руль с помощью крепежа, идущего в комплекте. Далее установите панель управления. Установите тросики и отрегулируйте их длину. Установите жёлоб. Установите рукоятку регулировки направления выброса. Установите и отрегулируйте тросик управления дефлектором дальности выброса. Закрепите тягу выбора передач. Подключите питание панели управления. Далее двигатель снегоуборочной машины необходимо заправить маслом. Для этого отлично подойдет моторное масло SAE5W30 или SAE0W30. Объем масла в картере двигателя составляет 0,6 литра. Уровень масла можно контролировать с помощью щупа, расположенного на маслозаливной крышке. В качестве топлива необходимо использовать бензин марки АИ-92. Объем топливного бака 2,2 литра. После успешной заправки можно приступать к запуску. Кстати, сделать это можно двумя способами. Классическим, с помощью ручного стартера, и с помощью сетевого электростартера на 230 вольт. Для запуска двигателя на холодную необходимо сперва вставить ключ зажигания и довести его до положения «включено». Далее закрыть воздушную заслонку и открыть топливный кран. Три раза нажать на праймер, а далее запустить одним из двух способов. Сегодня мы воспользуемся электростартером. Для запуска с помощью электростартера необходимо вставить вилку снегоуборочной машины в розетку и нажать на красную кнопку. Если по каким-то причинам вы решили запустить снегоуборочную машину с помощью ручного стартера, для этого натяните трос, а далее отведите его на длину 30-40 см резким движением руки. Чтобы снегоуборочная машина Denzel прослужила вам как можно дольше, важно правильно проходить процесс обкатки и производить обслуживание. Для прохождения обкатки первые 5 часов работайте с нагрузкой, не превышающей 50%. Далее замените масло. Масло необходимо менять каждые 25 часов работы. И не забывайте проверять его уровень перед каждым началом использования. Для остановки двигателя необходимо перевести ключ зажигания в положение «выключено» и закрыть топливный кран. После работы не забывайте очищать снегоуборщик от снега и загрязнений. Периодически проверяйте состояние свечи зажигания. Смазывайте тросики шнека, приводы и управления силиконовой смазкой. Перед длительным хранением важно провести все подготовительные операции, подробно расписанные в руководстве по эксплуатации.